Диаметр космического корабля почти 5000 километров. Как мы его не заметили? Задействовать оборонные системы и прервать празднование. Внимание, внимание! Возникло чрезвычайное ситуация. Вывозим ее отсюда. Покиньте свои рабочие места спокойно, соблюдая порядок. Повторяю, покиньте свои рабочие места спокойно, соблюдая порядок. Надо валить! Сначала заберем ту штуку. Я знал, что ты это скажешь. Иди за манипулятор. Я стараюсь, как могу. Да замолчите! Сделайте дело! Есть! Летим, летим! Прямо на нас прет летающая гора! Держитесь! Свое гравитационное поле. Что это значит? Что придется прокатиться. Мы что, под этой штукой? Орудие к бою! Орудие наведено на цель! Огонь! Отрицательно. Отрицательно. Прошу добро на атаку! Отставить! Отставить! Покинуть зону поражения! Вторичное орудие к бою! Над нами что-то происходит! Сэр? Покинуть базу! Всем! Скорее! Скорее! Рейн, берегись! Всем истребителям! Отступаем! Слушаюсь. Он войдет в атмосферу Земли через 22 минуты. Если его скорость не изменится, он расколет планету пополам. Мы этого не допустим. Задействуйте орбитальную систему обороны.